Как мы договаривались сегодня, у нас есть сегодня возможность провести своеобразную консультацию. Поскольку у вас до следующей недели зачет 11.40, да? Как зачет будет проходить, я уже рассказывал. Вы должны из любой какой-то, какой вам удобнее раздел взять и вот прокомментировать его, написать свои соображения. Я имею в виду именно не повторять, не воспроизводить. Потому что, скажем, если люди воспроизводят то, что они считают, это будет что? Изложение. Изложение мы уже писали с вами бегло в 6 классе средней школы. Поэтому, так сказать, никакого тут прогресса в том, что человек, так сказать, прочитал и что-то запомнил, написал, конечно, нет. А вот какие-то мысли, свои соображения по этому поводу, это вообще требуется делать при всяком исследовании, анализе текстов, классических и неклассических. Скажем, все достаточно крупные люди в науке, в культуре, они, когда они что-нибудь читали, они, во-первых, обязательно там подчеркивали, выделяли, отмечали и конспектировали. И конспектирование означает, что человек превращает то знание как бы мертвое, которое ему противостоит, в собственное знание. То есть он вырабатывает свое отношение к этому и усваивает для себя. И, соответственно, делает такие поправки, замечания, предложения. Вот можно посмотреть, например, есть конспект переписки Маркса и Энгельса, Ленин. Его нет в полном собрании сочинений. Это целый том. И Ленин готовил соответствующую статью для словаря об этом, об этой переписке. И он составил конспект. И там много всяких его мыслей. Или можно взять 29-й том полного собрания сочинений Ленина и посмотреть «Философские тетради». Значит, там Ленин изучает разных философов и особенно подробно разбирает философские работы Гегеля, в том числе науку логики. Ну и можно сказать, что вот этот конспект, он, в общем, где-то приближается к самостоятельному такому философскому труду, поскольку речь идет о материалистическом истолковании этого идеалистического произведения. Оно идеалистическое по смыслу гегелевской философии. А начинается с чего наука логики, не знаете? Начинается она с категории бытия. Поэтому там вот сразу Ленин отмечает, звучит вполне материалистически. И дальше, так сказать, все дальнейшее движение идет из этого самого бытия, то есть точно так же, как в системах материализма, а не в системах идеализма. Так, ну, в соответствии с тем, что я предлагал в прошлый раз, я готов послушать вопросы, какие возникли. Какие есть вопросы? Вопросы, я имею в виду, какие могут быть? По вот тем категориям, которые употребляются в этой книге, и которые в этой книге не определены, потому что это же не учебник, в котором даются все определения. С другой стороны, чтобы разобрать то или иное произведение, надо иметь, так сказать, точные определения, точные данные вот по тем вопросам, которые затрагиваются, и по тем категориям, которые употребляются. Вот какие у вас категории из тех, которые мы использовали? Мы очень много категорий с вами разобрали в итоге, правда? В течение этого времени как занимались. Какие категории у вас? И не обязательно вызывает затруднения, но есть желание их, так сказать, повторить, в смысле, чтобы их понимание было более ясным. Тем более, что есть разные формулировки одно и того же. Например, я сейчас приведу вам пример. Вот есть разные определения классов. Есть длинное определение, которое берут чаще всего, берут у Ленина такое очень длинное, подробное определение, которое и запомнить, в общем-то, не так-то просто. Что класс – это большие группы людей в великом почине, которые отличаются по месту в исторически определенной системе общественного производства, по роли в общественной организации труда, по отношению к средствам производства, по большей части закрепленному и оформленному в законах, по размерам и способом получения той доли общественного богатства, которое они располагают. Ну вот, я думаю, так вот слету и не запомнишь, правда? А с другой стороны, мы с вами не случайно говорили о том, в чем смысл классификации в обществе.
Смысл классификации идет по действиям, не по словам, как бывает, депутатов классифицируют, а по делам. Или, как написано в том самом Ветхом Завете еще, по делам их узнаете их. По делам. А дела вытекают из экономических интересов. А экономические интересы вытекают из положения. Поэтому, если людей классифицировать по положению, то мы будем примерно, так сказать, понимать, в каком направлении будут действовать те или иные большие группы людей. Не в том смысле, что обязательно все из этой группы будут так действовать, а в основном. Основная масса будет действовать так. Поэтому вот понимать это в буквальном смысле, что все как солдаты действуют в соответствии с интересами своими собственными или с интересами класса, это было бы некоторой вульгаризацией. Мы с вами отмечали, что члены одного класса могут представлять интересы другого класса, являться его идеологами. Например, тот же самый Энгельс, который, как известно, сын фабриканта, папаша у него, когда умер, оставил ему в наследство фабрику, Энгельс стал фабрикантом, но это не помешало ему быть представителем другого противоположного по своим экономическим интересам и по политическим действиям, по политической идеологии класса. Вот. Это вот, скажем, это вот определение классов. Вот, наверное, видеть можно, что. Так что нам лучше запомнить, скажем, ну вот так, чтобы, имея в виду, что образование вы же получаете на всю жизнь, правильно? Ну, на всю жизнь можно запомнить, что деление на классы – это деление по положению в производстве. Это легко запомнить? Легко. А же разворачивать это дело, вот чем хороши определения? Это как вот цветок. Он, значит, вот в бутоне есть лист, вы примерно представляете, как развернется роза, если у вас есть бутон розы. А если у вас есть бутон ромашки, то получится ромашка. И у него еще и лепестков нет, но будут еще лепестки. Так и здесь. Вот что держать в своей голове? Невозможно удержать в своей голове все и в развернутом виде. А вот в свернутом виде можно очень много удержать. Например, тот же самый капитализм. Можно рассуждать про капитализм, что это эксплуататорское общество, что тут есть капиталисты, что тут есть рабочие, что у них разные интересы, что... Значит, капиталисты присваивают прибавочную стоимость, что капитал – это самовозрастающая стоимость. И далее, далее. Ну, как вы представляете, если мы возьмем капитал, первый том, только первый том, а есть еще второй, если первый том – это процесс производства капитала, том второй – это обращение капитала, том третий – процесс капиталистического воспроизводства, взятый в целом, то это можно назвать очень долго. А можно ли все-таки в голове иметь такой зародыш, из которого... Но дальше можно додумываться, по крайней мере, до того, к чему приходит Маркс. Маркс ведь не мнение свое высказывает, а он выводит, так сказать, эти научные выводы. Значит, любой другой человек, если он правильно рассуждает, правильно, так сказать, взял эту основу, от которой он отталкивается, он должен прийти к тем же самым выводам, если это наука. А если это не наука, тогда по этому поводу же Гегель говорит, что нужно делать? Или мы мнение возвышаем до знания, или мы знание опускаем до мнения. Так в чем у нас задача состоит? И вот когда человек свое мнение возвышает до знания, он становится свободным не только от мнений, так сказать, других людей, и от своего субъективизма, от своего собственного мнения. То есть от истины он не становится свободным. Но с другой стороны, он вполне свободен тогда, когда он обладает истиной. Тем более, вот я употребил слово «свобода», по идее, вот у вас в голове должно сразу возникать какая формулировка. Что такое свобода? Свобода – это поступать свободно. Вот к чему надо стремиться? К собственным обстоятельствам и сознанием. О, замечательно. Вот замечательно. То есть это вот вам надежная формулировка на всю жизнь, потому что чего только не пишут про свободу. И свобода от того, и свобода от этого, и свобода в этом. Вот, во-первых, это еще Гегель говорил, не надо путать свободу и произвол. Очень часто свободу сводят к чему? К произволу. Дескать, вот что хочу, то я и делаю. Ну вот хочу выпрыгнуть с третьего этажа и выпрыгну. Вот со второго неинтересно прыгать, прыгайте с пятого. Там хоть какой-то результат будет более эффектный. И есть же люди, которые выпрыгивают. Насмотрелись фильмов, где можно перезагрузить, поскольку это компьютерные фильмы, так сказать, вроде как спрыгнули, потом, значит, ударились, умерли, а потом раз, перезагрузили, и начинают сначала в другой вариант. Но, как выясняется, другой вариант для других людей, для этих людей уже вариантов нет. То
То есть произвол, не путать свободу и произвол. Теперь второе, свобода не может означать уничтожение всех законов природы и общества, правильно? Значит, если есть законы тяжества, то от них быть свободными невозможно. Поэтому, когда говорят «господство над обстоятельствами», это нельзя понимать так, что «хочу, то и ворочу». Это и будет произвол. А я «господство над обстоятельствами» означает, что с учетом вот того, что есть некоторые законы, которые их, так сказать, не определяют. Если 380 вольт, не надо вот брать. Хотя у нас в школе был физик, он говорит, надо же, говорит, здесь не 220, здесь 380. Так, искры такие, вот, пальцы толстые, так, демонстрировал. Но, как вы понимаете, общение с электричеством предполагает знание законов электричества, и поэтому просто так, там, к высоковольтным установкам или там, к силовым установкам, где сила тока велика, не подпускают тех людей, которые не знают этих самых законов. Вот по это и значит со знанием дела. Так вы должны понимать, и, скажем, если вы собираетесь прыгать в бассейн с вышки, то, в общем, надо знать, что животом нежелательно, потому что после таких прыжков может иногда наступить смерть. И уж надо собираться и головой входить, потому что удар очень сильный получается. А если вы головой или ногами входите, ну, не такой. Причем, вроде бы, головой может считаться хуже, но для организма может быть и лучше, потому что когда человек солдатиком ныряет, у него, вот, так сказать, удар такой сюда внутрь идет. Как он так поступает, когда погружается. То есть свобода над обстоятельствами, сознанием дела. Это вот всегда можно понять, что, конечно, мы не вольны изменить законы природы, но в рамках того, что оставляет нам законы природы и законы общества, вполне возможно действовать господство над обстоятельствами. И наоборот, если обстоятельства господствуют над нами, то есть если мы не можем сделать то, что хотим, а рог, так сказать, надо висеть сейчас. Вот сейчас надо тут и занятия идти, через неделю надо идти. А чего вот сдавать? То есть это тут как бы вот в данном случае не вольны выбирать. Это уже обстоятельства, над которыми вы не господствуете. Но тем не менее, так сказать, ну, сознанием дела можно и господствовать над тем, что вам известно, понятно, ясно. Так. Еще одно вот хочу вам пример определения привести, которое в развернутом виде очень длинное, а в кратком виде, вот я начал говорить про капитализм. Какое мы давали определение капитализма, самое краткое? Вот самое короткое определение капитализма. Все. Вот лишнее тут. Всеобщее товарное хозяйство. Было легко запомнить? Потому что товарное, вот, например, вы же не назовете рабовладельческое хозяйство товарным. Товары при нем есть, то есть какие-то продукты идут через обмен, переходят в потребление через обмен и являются товарами. И деньги даже есть, то есть товары эквиваленты. Но если, ну, нельзя сказать, что вот производство в рабовладельческом латифундии товарное. Какая цель? Ну, удовлетворение потребностей рабовладельца. Не для обмена они производят, а прямо для рабовладельца. То, что он им скажет, то и будут делать. Не будут делать, не будут не только рабами, и людьми не будут, так сказать, потому что раба можно убить. Теперь, если вы возьмете феодализм, там та же самая картина. То есть на краях, так сказать, этих самых феодальных хозяйственных единиц может совершаться обмен. Один помещик может с другим помещиком чем-то меняться, правильно? Один помещик может направлять купца или через купца меняться с феодалами или там, представителями вообще других государств, правда? А ну, в целом феодальное хозяйство разве можно считать товарным? Нет, конечно, потому что продукция производится для удовлетворения потребностей кого? Помещиков. А крестьянин, который у себя ведет хозяйство на земле, в поздние годы, на завершающей стадии феодализма уже и крестьянин значительную часть начинает вывозить на рынок в города. И становится уже не крестьянином, а мелким хозяйчиком, работающим на рынок. А это уже какой класс? Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкий буржуа. Он мелкий буржуа. Но когда мы говорим мелкая буржуазия, это мы как бы целый класс берем. А если мы одного человека берем, одного субъекта, то это мелкий буржуа. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть крестьянин,
без изучения, так сказать, он не изучал этих всех понятий, и он не знает, какое их происходит преобразование, но незаметно для него он из крестьянина, который работает для удовлетворения своих потребностей, то есть патриархальное хозяйство. Я произвел, и сами ткали, сами видели, наверное, такие ребристые такие деревянные палки, с помощью которых гладили так белье. Сами стирали, сами ткали, сами пряли шерсть. Не видели, как придут, нет? Надо, вот пух шерсти у вас есть? Вот там у прялки сидит девушка, песню поет, потому что это долгое дело, надо много песен спеть. Отсюда песенная культура. И вот, причем, поскольку она устная песенная культура, плохие песни, они не запоминаются. А хорошие песни, они передаются из поколения в поколение, поэтому пока не изобрели магнитофонов, которые большое завоевание и полезны для человечества, но плохие песни просто они уходили. Оставалось только действительное богатство. Или когда книги переписывали, ну какую-нибудь ерунду уже переписывать не будут. Вы же не будете вот сидеть переписывать несколько лет какую-то вещь, которая никакой ценности не имеет. Ну вот, скажем, Плутарх писал 2000 лет назад. Кто это будет его переписывать, если там такие вот не яркие интересные вещи, которые хочется переписать себе, оставить, потом оставить детям, там, родственникам и так далее. И так образуется культура, и отбор происходит. Постепенный, здравствуйте, происходит такой естественный культурный отбор, что наиболее ценные образцы культуры, благодаря вот отсутствию средств размножения, они сохраняются, и поэтому, скажем, композиторы черпают из этой песенной культуры какие-то мелодии, которые потом так или иначе проявляются в больших классических произведениях. Так. Ну так вот, а как значит, феодализм, следовательно, мы не можем определить как всеобщее товарное хозяйство. То есть не можем определить, феодализм не можем как всеобщее товарное хозяйство. А вот капитализм можем определить просто как всеобщее товарное хозяйство. Ну вот люди, которые это понимают, скажем, а вы это понимаете, то они могут понять, что когда говорят, а мы ничего не собираемся делать, мы улучшим социализм, мы просто двигаемся на рынок. Но если вы пойдете на рынок, хотя это довольно странная формулировка. Я говорю, давайте пойдем на рынок. Рынок – это что? Знаете, что такое рынок? Не знаете, я думаю. Вот сейчас у нас есть новые люди. Они с хорошим настроением, хорошо отдохнули. И, так сказать, я думаю, что если вы сейчас хорошо и ответите, то это компенсирует то, что чуть-чуть задержались. Что такое рынок? Ну, это место, где обмениваются. Так, правильно. Товарами. Ну, если считать деньги, то что товар. Вот если только товарами обмениваются, это еще не рынок. И услугами хорошо. Не так. Нет, услуги тут ни при чем. В будущем это место, где происходит обмен. Да, какой обмен? Чего на что? Вот если вы просто я вам утюги, вы мне пироги, это рынок. Поэтому это называется потом даже словом бартер. То есть, а бартер переводится просто как обмен. Если просто идет обмен товаром на товар. А? Ну выгода всегда есть. А зачем я буду у вас что-то брать в обмен, если мне это невыгодно, и вы не будете брать у меня? Нет, в смысле, если бартер, то просто, ну там же нет такой выгоды, как всех. И тут какая, вы же вас обмениваете по стоимости, сколько вы труда, вы труд у вас вот, качество, а у меня предельный, я вам пряжу, вы мне полотно. И где тут рынок? Что-то тут, вот вы так хорошо начали, и что-то, вот кто-нибудь может подсказать? Вот, сфера купли-продажи. А купли-продажи – это не просто обмен товаром на товар, а обмен чего? На что? Купли – это что? Купля. Я плачу и беру что-то за это. А если не вы? Если я, так понятно. А если не вы? Купли – это что? Это обмен? Купли – это обмен? Ну как, ты же деньги даешь. Значит, тоже же обмениваешь, получается. В обмен или не обмен? Как это так вы боитесь, так и четко, вот что требуется, вот для чего, так сказать, мы классический текст, чтобы какую-то иметь твердость такую, что ясность. В моем понимании все-таки обмен, потому что я же деньги обмениваю на... И в вашем понимании, и в моем понимании, конечно, это обмен, но это не любой обмен, а какой обмен, когда купли? Вы как, в отличие от продажи, я сейчас потом спрошу, что такое продажа. Если купли, что я на что обмениваю? Деньги на что-то. Если куплю, я обмениваю. Что?
Деньги на товар. Деньги на другой товар. Деньги на другой товар. Ну, деньги на деньги обменивать, это только когда меняют валюту. Деньги на другой товар. А если я товар не денежный обмениваю на деньги, это как называется? Продажа. Вот и все. И мы все развязали здесь. И тогда рынок и эта сфера купли-продажи. Не простого обмена, а купли-продажи. Пока продажи нету, пока не бьют грошом, отсюда и шум, и начинается спор о ценах. Всегда на любом рынке, да, уступлю вам. Ну, вот, дешевле отдать, ваш продукт гнилой. Вот, а за такой гнилой продукт нечего и деньги брать, и так далее. Вот, то есть вот в данном случае речь идет о купле и продаже. То есть рынок – это сфера купли-продажи. Теперь с этой точки зрения, что значит всеобщее товарное хозяйство? Раз всеобщее товарное хозяйство – то все превращается в товар. И способность человека к труду, которая как бы является неотъемлемой, как по природам, природно неотчуждаемой вроде бы, да, эта способность человека к труду, которая раньше получалась господствующим классом вместе с обладателем этой способности к труду, то есть я покупил раба или обратил этого свободного человека в раба. Там способность труда у него есть. Я заставляю его работать, мне неотделима эта способность труда от раба. То же самое крепостного покупают целиком, вместе с его способностью к труду. А тут люди вроде свободны. Вы свободны, что хотите, то и делайте. Но вот, значит, есть люди, у которых есть средства производства, есть люди, у которых нет средств производства. Вот если я человек, у которого есть средства производства, то я не свободный. Вы же понимаете, у меня завод, мне охранять надо. Мне надо думать о том, чтобы все это приводилось в движение, чтобы это все не пропало и так далее. А вы люди свободные. Вы гуляете до тех пор, пока не захотите покушать. И тогда вы приходите ко мне, я имею в виду, или такие, как вы, и говорите, а вот, Михаил Васильевич, как бы у вас, нельзя ли у вас поработать? Да можно, конечно, но вы же знаете, у меня там с деньгами-то плохо. Вот. А что вы продаете? Что вы можете мне продать? У нас же так, у нас же не бесплатные отношения. Ну, что мы можем продать? Мы люди свободны, можем продать вам свою рабочую силу, то есть способность к труду, на там 11 часов в день. Сколько было в царской России? 11,5 часов было до февральской революции. 11,5 часов рабочий день. Это еще мало. Было и 14 часов. Это мало по сравнению с тем, что сейчас есть. Сейчас я вон видел, стоит на углу Литейного и Веринского. Так это маленькое кафе, а заходит один человек, больше там не разместится. И перед ним продавщица. Я вот ее спрашиваю. И вот она только там, вот в этом закутке, где раньше регулировщица сидела, трамвай. Вот она там с утра до вечера сидит, без выходных дней, и все, у нее 12 часов рабочий день и никаких выходных. Да. Да. Так это же не запрещено. Это что значит запрещено? К чем? Ну, тогда так это законом запрещено. Ну да. А ответственность какая сейчас за это? Ну, не знаю. А вот существует по поводу права такая, так сказать, такое некоторое разъяснение. Шуточное, что человек имеет право делать. Первое, что разрешено. Второе, что не разрешено, но нет ответственности. И третье, что запрещено, есть ответственность, но она гораздо меньше, чем выгоду, которую получит тот, кто нарушает. Вот если вы возьмете, у нас ведь, скажем, трудовой кодекс содержит в себе комплекс, так сказать, прав работников там и законных правил поведения работодателей. А ответственность находится в другом документе. Этот документ называется «Кодекс об административных правонарушениях». И там вы можете узнать, что вот за нарушение, скажем, правил составления коллективного договора, за уклонение от переговоров по коллективному договору, за нарушение коллективного договора, ответственность работодателя какая? 5000 рублей. Можете представить, там, работодатель, допустим, Лисин, у него 17 миллиардов долларов.
Его наше государство пугает. Если вы нарушите, вам придется 5000 платить. А что такое платить? Как вот с вас получить? Вот вы с меня, допустим, хотите получить 5000 долларов. Нет, простите, 5000 рублей. Я у вас украл. Вот украл я вас 5000. Вы подали на меня в суд. Так? А я, у меня ученое звание, профессор по кафедре экономики и права. И вот вы пытаетесь меня получить, и мы можем представить себе, что вы будете делать, что я буду делать. Вы подойдете в суд. Во-первых, вам надо написать правильное заявление. Вы умеете писать заявление? Вы писали заявление в суд? Нет. Нет. За меня могут написать кто-то. Ну, платите денежки. Сейчас с вас начали брать деньги, да? Вы хотели с меня 5000 трясти. Началось с новых затрат. Вы заплатили деньги и написали заявление в суд. Что вы хотите требовать? У вас иск ко мне? Ну да. Что требуете? Деньги вернуть. И все? Моральный ущерб. А? Моральный ущерб могу потребовать. Так у вас моральный ущерб уже есть. Вы еще хотите, чтобы у вас был моральный ущерб? Неправильно. Я расстроена, нужно заплатить мне то, что расстроено. Так это называется не ущерб, а компенсация морального вреда. А вы хотите, чтобы я вам еще ущерб нанес? Я и так вам ущерб нанес, а вы еще хотите. Ну, то есть правильно пишите, так? Написали. Сколько? Сколько вы хотите с меня собрать-то за свои расстройства? Ну, вот вы, наверное, не угрожали, поэтому я оставил 200 тысяч. Сколько? 200 тысяч. 200 тысяч, да? Ну, я вот хочу вам сказать, для ориентировки, вот недавно мой товарищ, сравнительно недавно, с 31 августа был уволен из доцента, из политехнического университета, и вот я, еще один мой коллега, еще один профессор из торгово-экономического университета, и еще один товарищ, который является кандидатов экономических наук, но полковником МВД. Значит, мы были представителями его. И вот мы бились по поводу того, что человека уволили, и вот на 8 месяце, через 8 месяцев судебного дела, значит, мы получили решение выигрышное, значит, компенсировать прогул, вынужденный, это значит, то есть всю зарплату выплатить за вынужденный прогул, за вот эти 7,5 месяца. Это получилось 182 тысячи рублей. И компенсация морального вреда, там он требовал 500, прокурор настаивал на 40, а судья насчитал 100, сейчас 191 тысячу, там 292 рубля, 14 копеек. Ну, это, так сказать, он я. Это вот, так сказать, мы тут в такой большой командой. То есть был вот этот товарищ, который судился, и три представителя. Вы знаете, что вы можете назначить представителя? Не просто там пойти сейчас деньги заплатить. Вот адвокаты сейчас добиваются, чтобы все представители были только адвокаты, чтобы вы не могли там кого-то назначить, допустим, вот свою коллегу, чтобы она тоже выступала на этом судебном процессе. Добивается, чтобы куда бы вы ни сунулись, везде надо платить деньги. И вы не знаете, то ли стоит судиться, то ли вы, если адвокаты, у вас все это заберут. Причем, вот если у вас есть адвокат, и у меня есть адвокат, то это как будто вы на ходулях, и я на ходулях, и вы теперь стали выше, и я стал выше. А в чем разница? А ни в чем. Что вы выиграли? Ни в чем. То есть, а выиграли наши адвокаты, которые сидят в кафе и за наше здоровье с вами хорошо закусывают, перед этим, так сказать, хорошо употребив. Вот, так что, вот, ну и, допустим, вы выиграли. Выиграли, вам суд присудил взыскать с меня 5 тысяч. И сколько там, вы говорите, 200, да? Ну, 200, 100. 10 тысяч вам дадут, больше не дадут. И 10 тысяч. Дальше ваше действие. Что у вас в руках теперь? Бумажка. Да. Бумажка какая? Решение суда. Решение. И что дальше вы делать будете? Ничего тут не дает. Абсолютно суд ничего не должен. Сейчас суд ничего, он выдал вам бумажку и все. И суд с вами. Ну не суд, а какой-то жалобы должен. Какой? Ну не знаю. А кто? Что-то там, а? Что-то такое. Да, наверное, как-то так. Кто? Ну там кто из Федеральной службы исполнения наказаний. Или это не кажется? Ну Федеральная служба, меня в тюрьму-то никто не сажает. Вы чего? Нет, Федеральная служба исполнения наказаний, все к этому не имеет никакого отношения. Вот если меня в тюрьму, вот она меня сказала, что настолько я нанес такой ущерб, что это, так сказать, что это подлежит. А ваши за границей могут
выпустят. А? Вас же за границей не выпустят. Да ладно, я поеду на Байкал. Можно за границей выйти через Беларусь. Через Беларусь. Поеду в Беларусь, а дальше до свиданца. Так. Ну, это хорошо, но не выпустят. Ну, не выпустят, но я вам деньги-то... Вам же деньги нужны. Вам-то что от того, что я не поеду? Вы деньги-то... Вы должны собирать деньги получить. Что будете делать? Я не знаю. Ну, вот... вот в чем, так сказать, наша с вами задача? Поскольку, чтобы это не было идеалистическое такое представление о праве, что самое. Есть такая служба судебных приставов. Раньше, в советское время, суды и судебные приставы были одно. Суд занимался приведением. Он принимал решение и проводил жизнь. И судебные исполнители были при нем. А сейчас совершенно раздельные организации. Раздельные. Значит, и если вы придете с решением суда ко мне, а я старший судебный пристав, в каком районе живете? Вот, вы сюда с Роском придете, узнаете, где находятся судебные приставы, их надо в каких-то дворах искать, потому что если суды еще таких, в хороших таких зданиях, а вот эти судебные приставы-исполнители, вы себе не поверите, они там чуть ли не на голове друг у друга сидят, все засыпано бумагами, и их гораздо меньше, чем нужно, чтобы выполнить все решения, которые сыпят и сыпят суды. Сейчас же ведь все решается через суд, чуть что суд, этих решений много, судьи пекут их, независимо от того, выполнят, не выполнят. А судебные приставы не могут их выполнить, ну, за то время, которое у них есть, их количество. Причем я участвовал в создании профорганизации, консультировал судебных приставов и исполнителей, которые создали профорганизацию. Они требовали увеличить там количество судебных приставов, установить норму, сколько дел на человека в день. Ну, чтобы это было по закону, иначе по закону он не сможет это сделать. То есть он начинает уже делать что-то беззаконное. Ну вот. Вот вы придете со своим решением, а я вас отправлю домой. Мне решение не надо. Не интересуются судебные приставы вашим решением. А что они от вас ожидают? Как вы думаете? Они ожидают от вас исполнительный лист. Когда вы идете обратно в суд, где, откуда вы ушли, там с решением, с печатью, уже судья с вами встречаться не будет, вы дойдете до помощника судьи. И сказать, вот я была у судебных приставов, и мне сказали к вам прийти за исполнительным листом. Вы можете сразу, во-первых, решение не делается. Вот у этого моего товарища, который выиграл 16 апреля, еще решения суда нету. Есть резолютивная часть. Правда, он ее подписал, и там написано «восстановить немедленно». И на следующий день он уже был на работе. И зарплату получил за полмесяца. А вот эти суммы никак ее он не получил. Пока. Так что... Вы исполнительный лист можете попросить у помощника судьи. И она вам скажет, когда она сможет ему дать. И она вам скажет, что приходите через неделю, я приготовлю, подпишу у судьи, подписан должен быть судьей. Это один экземпляр, у него номер исполнительного листа. И вы с этим придете к старшему судебному приставу Василеостровского района. Пришли, вот. Вот, пришли, здрасте, вот, а что хотите? Хочу, чтобы вы выполнили этот исполнительный лист. Вот этот исполнительный лист оставьте. Значит, вам надо сделать копию, лучше цветную, потому что единственный экземпляр пропадет, и все. И дальше, потом назначат, а вот сидят мои судебные приставы. Вы будете исполнять вот это вот производство. Через неделю вы придете, я вам вас познакомлю, будете, а вот она будет исполнять. Как вы будете исполнять? У вас ружье есть? Как вы собираетесь исполнять? Что вы будете делать? Вот смотрите, у нее есть исполнительный лист пришел. Я перепоручил, как старший судебный пристав вам. Вы что будете делать? Свяжусь с вами. Что со мной связываться? Выполняйте. Вы обученные у нас. Что будете делать? Как вы будете исполнять? Объясняю. Вот она напишет письмецо. Почему нельзя сделать такое, чтобы занимали имущество, если нет? Что-что? Почему нельзя закончиться, если вы не расплатились по этому, или там, не знаю, отобрать у вас имущество на эту сумму? Чуть-чуть. Я вам рассказываю, что есть в жизни. Вам надо знать, что есть в современной жизни, чтобы вы не питали иллюзий. И другие, главное, чтобы не вводили в заблуждение. Вот она пошлет письмо этому самому, тому, у кого вы выиграли. И согласны ли вы добровольно уплатить? Если не согласны. Вот как вы думаете, если мне придет такое письмо, что я напишу? Вообще, а? Нет, оно, во-первых, заказным приходит, его не выбросишь, потому что там все равно это фиксировано. Я пишу «согласен» и отправляю. Деньги вам пришли? Нет. Нет, она если второе пишет письмо. Согласен. А? Если вы напишете «не согласен»?
согласен. А зачем? Что, дурачок? Я напишу согласен и все, отправлю вам. Важно, что я деньги-то не плачу. Мне ничего не стоит написать вам согласен. Написал согласен. Она пришло это письмо, вы к ней ходите. Первый день ходили, второй, третья неделя, четвертый, все ходите. Как мои дела? Она говорит, я послала письмо. Я получила ответ. Он согласен. Добровольно. А деньги есть? Нет. Она пишет второе письмо, а вы говорите, ну как же, что-то вы сделаете. Третье письмо. И наконец, вы спрашиваете, у вас какие-то меры есть? Есть. Она может наложить на меня штраф 1000 рублей. И вот судебный пристав выносит постановление наложить штраф. А я подаю в суд на судебного пристава, потому что он, как сказать, грубо администрирует, нарушает правила. И так. Я подать-то могу на нее в суд? Как вы считаете? Ну, можете. Ну, я и подаю. Притом я вот профессор по кафедре экономики и права, она вот недавно работает в судебном приставе. Как кто-то нас выглядит, это не факт, что она. Что она вот грубо, она не учла обстоятельства, там то все, пятое, десятое. Тем более еще у меня мог быть знакомый в суде, а у нее нет. Я вам рассказываю близко к факту, потому что, скажем, мы, вот я как главный редактор судился, газета «Народная правда» судился с комитетом по печати. Мы все суды выиграли, арбитражные, все. В том числе 13-й апелляционный, северо-западный. Дошло до судебных приставов, они стали судиться с судебным приставом, а тут они его переигрывали. И все это завяло, и ничем наше все это не кончилось. Так что ваши 5000 рублей повисли. Не говоря уже о том, что они просто не в состоянии выполнить все решения, которые, так сказать, за них ссыпаются. Поэтому какие-то точно, может быть, вы ходите, так сказать, к ним часто приходите, там ночуете все время у них и днюете, поэтому они вот ваше дело делают, другие не делают и так далее. То есть это все на самом деле очень сложно. Отсюда, ну, говорят, что знание – сила, конечно, нужно знать, и человек, если это вот, ну, это вас не припирает, я бы вам не советовал судиться вообще. Потому что человек потом вот ходит, вот представьте, человек 8 месяцев судился, ходит, а про него вот когда судит, право же хорошее не скажет другая сторона. Скажет, да она плохая студентка, она же не приходила на занятия, что вы вообще с ней разговариваете? И такое, и сякое, и пятое, и десятое, что она не нужна. Зачем университет такие люди? И будут вам такое, и не все это выдерживают, потому что вот после чего человек, который выиграл, иногда бывает, смотришь на него, был цветущий. У нас такая была Зоя Пак, знакомая, которая высудила себе жилье. Но она когда высудила, на ней просто, ну, она была эта вот цветущая девушка, а потом, значит, изможденная такая женщина, которая мучилась с этими судами. Поэтому, когда уже выхода нету, так на суде, а так просто так туда залезать лучше не надо. Хай они говорят, что вам жалко 5000 мне? Из-за каких-то 5000 вы испортили себе жизнь. Знаете, как говорят, добилась. Это как? Хорошо, добилась себя. То есть я могу спокойно попросить у Кати, например, 5000 рублей. Конечно. Сказать, и что ты со мной будешь судиться, ты же себе жизнь испортишь. Конечно. Ничего, тебя тоже украду. Вот вы у меня украдете, я с вами точно судиться не буду. Думаю, ладно, студентка бедная, ей есть нечего. Ну, это такая форма помощи. И мне ничего не будет, да? А? Мне ничего не будет. Конечно, не будет. Ну, кто будет с вами судиться? Вот. Молодая, красивая, бедная. Да. Если бы я продал 10000, скажи, нет, да. Я такая же бедная. Ну, а у меня, если вы хотите, у меня 30000, а у вас там стипендия, я не знаю, это вообще даже говорить нечего. Ну, это такая попытка, так сказать, такое, некоторого уравнивания, но слабое очень. Пополам, половину, если бы вы унесли мои зарплаты, вы могли бы сказать, я разделила поровну. Вот. Потом вам уже умирать, а я у меня впереди целая жизнь, вообще-то надо было 2/3 забрать. Ну, я взяла половину. Еще да. Вот. Справедливо, короче, я поступил. Так. Это везде так или только в России? А? Это везде так или только в России? Ну, везде. Везде. У меня внучка старшая закончила университет. Оксфордский, по праву. И работает на почте, потому что она собирает деньги, чтобы заплатить за практику у адвоката, прежде чем она будет работать с адвокатом. Вот если она заработает, и уже ее ограбили один раз, пока она работала на почте, эту почту. Поэтому, конечно, везде. Везде вот такая картина.
Поэтому, когда так рассказывают, обращайтесь в суд, это, так сказать, люди, которые не знают, что это такое. Которые мало туда ходили. Ну вот я вот, ну скажем, ну вот выиграл я суд по пожару, у меня там поджигали дачу. 4 года. 4 года, чтобы выиграть. Ну это сколько надо времени потратить на это дело? Это ужас. Где-то надо приходить, это все тянется и тянется. Так что это вот это все не сладкие вещи. Так что одно дело право, а другое дело возможности и реальность. Я возвращаюсь к тому, мы сейчас ведем речь о том, что надо иметь краткие определения. Поэтому вот этот весь капитализм со всеми его прелестями и со всем прочим, он сводится в одну емкую формулу. Всеобщее товарное хозяйство. Теперь ваша рабочая сила, то есть ваша способность к труду, продается и покупается. Поскольку вам, как говорится, вы человек свободный, вот у вас ничего нету, никаких заводов, они вас не отягощают, вы походите, погуляете на свежем воздухе и придете договариваться, по какой цене вы продадите рабочую силу. Как называется цена рабочей силы? Зарплата. Да. Вот некоторые люди не знают. А если вы откроете, допустим, наш трудовой кодекс, там что написано? Зарплата – это вознаграждение за труд, а не цена рабочей силы. Смотрите, вознаграждение за труд. Вы у меня работаете. Вы работаете 8 часов. Через первые 2 часа вы возмещаете свою зарплату. Остальные 6 часов вы дарите мне, ну, в виде продукта. Кто кого вознаграждает, вы меня или я вас? Я вас. Вот, вы меня вознаграждаете за труд. Вы меня вознаграждаете за свой собственный труд. А про зарплату написано в кодексе, что и это вознаграждение за труд. Это полная противоположность. И получается так, я вам дал возможность трудиться, а вы еще требуете зарплату. То есть вот вся общественная жизнь, юридическая в том числе, она полна всяких обманов. Полна и неправильных, так сказать, неправильного понимания. И поэтому глубокие категории, глубины нужно знать. А как их знать? Их нельзя вот просто выучить. Надо понимать, вот из этой вот мысли о том, что товарное хозяйство, капитализм есть товарное хозяйство, все можно развернуть. Во-первых, главный субъект экономический – это те, кто производит товары. А как, кто производит товары? Какое средство производства? У вас есть средство производства? Нету. Но если нету, то вы можете тоже производить какие-то товары, то есть стать мелким буржуа. Вот что они слепили, пирожки, и вышли, и рядом будете конкурировать с X5 Retail Group. Кто выиграет? Кто выиграет? Понятное дело, где бабушки-то, которые семечки продавали? И вот вы идете в X5 Retail Group и видите, там написано «бабушки на варенье». Так это хорошо так вот завернуто, веревочка перевязана. А где бабушка? А бабушку. Бабушка сказала: «Бабушка, ты тут, пожалуйста, не еще раз узнаем, что ты здесь стоишь. У тебя внуки есть? Хочешь, чтобы они у тебя остались? Больше сюда не приходи». И все, бабушки нет. А никто ее не убил, а просто поговорили. Приехал дядя на большой машине, на джипе, и поговорил, и все. Где бабушки-то, которые продавали? Еще есть вот, которые цветочки продают, ну, их немножко там совсем. Ну, и то, так сказать, их полиция гоняет. Но чтобы она не гоняла, что бывает, бабушка дает сколько-то денег этому полицейскому, и он ее не гоняет. И это все сводится опять к чему? Вот она как бы заплатила за место. Хотя нигде это не оформляется, ничего, никаких налогов. То есть либо вы рабочий или наемный работник, не обязательно рабочий, там, скажем, люди умственного труда, наемные работники, услуги какие-то. Либо вы капиталист, либо вы мелкий буржуа. Все, вариантов больше нет. Либо вы в сфере идеологии, культуры, идеологии, науки. И тогда вы обслуживаете кого? Того, кто заплатит. Правильно, если вы работаете у меня. Если вы будете у меня юристом, кто такой? Кто такой юрист администрации? Кто? Если в администрации заводской юрист, кто? Это цепной пес администрации. Если вы будете доказывать, что я не прав, а я генеральный директор, то больше вы у меня не работаете, а вот она будет у меня работать. Екатерина, она показала всей, что она отстаивает интересы нашей фирмы. А вы что-то какую-то начали там справедливость, кого-то защищать, мне таких не надо защищать. Так не бывает? Так сплошь и рядом бывает, там-то и дело.
Так, ну вот мы разобрались с капитализмом, да, что такое капитализм. То есть дальше уже то, что это эксплуататорский строй, это уже следствие. Поэтому говорят, нет, у нас просто будет товарное производство, никакой эксплуатации, будет хорошее, доброе, мы будем обмениваться, да это уже давно проехали. Если уже есть деньги, и если уже можно купить именно, а не просто поменять рабочую силу на время, то это значит, можно купить-то ее как бы по справедливости. Я вас по стоимости купил, ваша рабочая сила стоит вот 2 часа. Это вам достаточно для того, чтобы себя воспроизводить. Много вам не надо, чтобы вы не растолстели, вот как раз... Вот как раз за 2 часа ее. А все остальное это мне. Вам-то зачем? Потом, средства производства я же обеспечил. А существуют целые теории экономические, что вот каждый фактор производства создает, труд создает зарплату, значит, капитал создает прибавочную стоимость. Ну, чтобы не считалось, что я вас эксплуатирую. А как бы это само собой. У меня капитал, он сам создает. Как бы он... Как будто он вот это дерево, которое дает эти самые плоды. Так, с капитализмом понятно. С права тоже мы говорили. Что такое право? Возведенный закон, воля господства. Да, понятно, да? Вот потом начинает ее подробно, это совокупность норм, правил. Они все время меняются, эти нормы, там собирается Дума, потом они несут это в Совет Федерации. И Совета Федерации переходит это потом к президенту, президент может наложить вето, а Дума может собраться вместе с Советом Федерации, двумя третями голосов преодолеть вето президента, то он обязан подписать, и когда это опубликует в российской газете и в собрании постановлений законодательных, вот оно становится законом. Но это все форма. А содержание какое? Ну, если класс господствующий, чем он ограничен? Вот чем я ограничен, если я сам устанавливаю законы? Чем? Ну, да. Если воля господствующего класса, чем я ограничен? Ничем. Поэтому отсюда какой делает вывод? Вот люди умные делают очень простой вывод, что всякое государство – это диктатура правящего класса. По существу, по сути. По форме нет, конечно. По форме сейчас будем голосовать. Сейчас будем выступать, принимать решения и так далее. А по сути дела это диктатура. То есть не по форме, конечно. По форме, ну вот, похоже на ближе к диктатуре, там, скажем, феодализм. Там никто в никакие выборы не играет. Это, как бы, я бы сказал, честный такой строй. Вот у нас все говорят, надо честно, честно. Вот честно, если, скажем, я дворянин, а вы крепостные, трое тут сидите. Ну, какое у вас участие в управлении? Государством. Какое у вас участие в управлении? Дворянин? Да, если вы крепостные. Какое? Крепостные? Вот вы крепостные, а я вот дворянин. Какое у вас участие в управлении государством? Крепостные. Что я был здоров и хорошо накормлен. Вот ваше дело. Работать у меня на барщине. Да. Все? Все? Да. Вот и все ваше участие. Ну, а я буду там, могу чего хочу выдвигать, продвигать. К царю писать, там добиваться, требовать. И, так, и правительство у нас есть, и Дума уже была при царе. Помните, была первая Булыгинская Дума в 1906 году, и потом еще были Думы и так далее. Вот там будем все это разговаривать. А вы... То есть сразу есть люди, которые служат, служилые. Это служилый как бы слой, сословие, дворяне. Так, царь приписан был к этому сословию, поэтому он уже с молодых лет, вот он уже ему там 15 лет или 14, он уже подполковник. Он как бы уже прослужил, как он приписан к полку, потом он, значит, получает это звание. Ну и поскольку это служило, и дворянство, они, так сказать, отмобилизованы был этот класс, чтобы, поскольку феодалов это меньшинство, а крепостных крестьян это большинство. Ну а как может меньшинство удержать в подчинении эксплуатируемое большинство? Как? Чем? Вон вас трое, а если у вас 33 было? Как я могу вас держать в подчинении? Может, нас наказывать. Вот, я вас не могу наказывать. Вас может наказывать специально организованная сила, которую наш класс создал. Вот класс буржуазии сейчас создал такую организованную силу, как она называется? Для того, чтобы вас силой принуждать делать то, что нужно нашему классу. Как называется эта сила? А? Организация силы, которая проводит интересы класса. Силой, как называется?
Ну, это мелко. Какая организация-то? Читайте название нашего университета. Читайте. Государство? Да, государство. А вы считали в названии? Ах, не придете на зачет? Так, неявка, я там не ведомость, я должен там... Я должен обязательно написать «не явилась», подписаться, и начинается. Вам еще там попытку дадут одну, да? Если эта попытка не будет использована или будет не вот, то там еще одну попытку дадут осенью. Осенью все будут люди отдыхать, вы будете страдать, а потом осенью придете, и страдавшись, вам влепят еще, а этот злой придет преподаватель, потому что, говорит, сами страдаете, мне не даете отдыхать. Раз вам двойку, и куда вас? А, до свиданица. Это что? Это что такое? Это принуждение. Поэтому здесь это красиво так звучит. Санкт-Петербургский, государственный. А если печать вы не видели нашу, нет? Вот приезжал ко мне коллега из Нижнего Новгорода, завкафедра экономической теории и методологии. Мы пошли отмечать командировку. Там печать правительства Российской Федерации по кругу. А потом уже Санкт-Петербургский государственный университет. Потому что учредитель у нас правительство. Вы вообще работаете в правительстве? А ну, в правительстве такого обучения, как у вас, таких знаний слабых, мы не потерпим. Ну, а как делать иначе? Что, заставлять всем учиться, если они... А? А как иначе? Ну, если всем никак, учиться... Никак, иначе никак. В том-то и дело, что пока есть классы, пока остаются классы, и пока из них один, так сказать, используется трудом другого, как интересно, как я могу удержать, я один, а вас много, как я могу вас удержать, подчинить? Только с помощью государства. Это не значит, что вот прямо тут вот за дверью стоят с винтовкой. Хотя, вот вы войдете вот в службу судебных приставов, ну такая милая девушка, а за ней вот, в бронежилете стоит с автоматом товарищ нарисован. Ну, точно так, правильно нарисован. То есть это, то, что это диктатура государства, класса, это сущность. Не надо путать формы, скажем, форма советского государства. Какая? Советы. Вот советы, избирают советы, а сущность диктатура, пролетариата. Форма буржуазного государства какая? Парламентская республика. Парламенты обязательно избирают. Ну, кого изберут? Мы с вами уже изучили, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Правильно? Какая господствует идеология? Ну, того класса, который самый богатый, который держит в руках власть. Поэтому, когда люди начнут голосовать, они будут голосовать совершенно свободно, в соответствии со своей идеологией. Какая идеология у большинства в буржуазном обществе? Скажите, пожалуйста. Буржуазная. Вот скажите, пожалуйста, как раз народ интересуется, кто победит на следующих выборах? Никто, мы не знаем. А вы знаете? Ну вот она знает. Даже неинтересно становится жить. Она уже знает, что победит. Ну, буржуазия, ну, буржуазные партии, скажем. Но они написаны так на них, что они буржуазные. Одна единая Россия. Это разве плохо? Хорошо написано. Вторая – справедливая. Вы против справедливости? Вот вы откроете, допустим, работу Ленина «Государство и революция» или «Критику Готской программы» Маркса. Там написано: справедливость и равенство в первой фазе коммунизма быть не может. В первой фазе, не только при капитализме, при коммунизме. Ну как же справедливость? Одного один труд тяжелый, у другого легкий. У один, так сказать, во вредных условиях, а другой на свежем воздухе. Так? Один умственным трудом занимается, другом тяжелым физическим и вредным. А как это остановить уже в второй фазе коммунизма? Ну, если есть труд где сложный, а как его не выполнять, что ли? Во второй фазе, вторая фаза коммунизма начинается тогда, когда преодолевается класс. А чтобы преодолеть классы, надо, чтобы у вас было свободного времени больше, чем рабочего. Вот сейчас, посмотрите, если вы посчитаете, даже обследование сделаете, сколько у людей на культуру может, вот вы культурологи, на культуру, на приобщение к культуре. Культуре. И еще бывает, что это и эрзац культура. Ну, пусть, так сказать, на всякое приобщение к культуре. Надо взять в нерабочее время, вычесть все время, которое идет на транспорт, хождение в магазины, на стирку, там, уборку, готовку там, и прочее, 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 прочее. У женщины уходит на то, что вам придется заниматься детьми, и там не всегда при этом все это, так сказать, очень праздничное занятие, когда он кричит, вам придется его успокаивать и так далее. Вот. И вот, когда вы все это вычтите, у вас получится сколько в день? Мало. Мало. А вот если, а что имеется в виду, что все постепенно должно быть механизировано, автоматизировано, и у вас свободного времени должно быть больше, чем рабочего. Вот представьте себе, что вы
А рабочее время у вас 3 часа, а свободное время у вас 5 часов. В рабочее время вы занимаетесь тем текстильным какими-то делами, так, неважно какими. А в свободное время вы играете на скрипке. Вы кто тогда? 5 часов на скрипке и 3 часа вы в текстильном производстве. Кто вы? Да, скрипка. Ну, скрипачка, конечно, вы прежде всего. Вот это и есть преодоление деления на классы. И не в том смысле, что исчезнет само технологическое разделение труда. Оно как может исчезнуть различие между материей и сознанием? Никак оно не исчезнет, правильно? Вот я что создаю? Знания. Ну, воспроизвожу или передаю знания духовные, так сказать, какие-то блага. Я же материальных благ не создаю, хотя у меня есть такие экономисты, их много, которые, значит, неверно цитируя классиков, выхватывая там некоторые из них моменты, утверждают, что вот наука становится непосредственной производительной силой. То есть вот сейчас вы на меня смотрите, и сейчас вы смотрите внимательно, сейчас из меня изо рта посыпятся жареные рябчики. И вам только остается хватать, только смотрите, не обожгитесь. Я бы вам советовал как на бумагу это выхватывать. Причем есть только одно место, где этот текст повторяется, используется. Марк где пишет. Там буквально написано следующее. Воплощаясь в основном капитале. Что такое основной капитал, знаете? Основной капитал – это средства производства, машины и оборудование. Воплощаясь в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой. То есть сама по себе наука не является непосредственной производительной силой. Непосредственно я никакие блага не создаю. А посредственно, конечно, мы влияем на все, в том числе и на материальное производство, и на духовное производство, на материальное тоже. Так вот, ну, кому непонятно, что если моя идея там, технологическая и техническая воплотилась в металле, и уже есть станки и оборудование, которые теперь действуют так, как я придумал, что я изобретатель, или я тот ученый, который разработал новый такой станок, который повысил производительность труда в 10 раз, то вот моя идея, воплотившись в металле, стала непосредственно. И наоборот, если она не воплотилась, она никакой непосредственной производительной силы не стало, а потенциальной производительной силы она остается. Это нереализованные идеи. Нереализованные. Поэтому мы должны различать между тем, что есть только в науке, или то, что вошло в практику. И поэтому проблема у нас состоит в том, чтобы научные достижения внедрялись в производство. Если они не внедряются, они не становятся материальной производительной силой. В капитале написано, наука является всеобщей общественной производительной силой. Не непосредственно, а всеобщее общественное. То есть оно на все влияет. Ваша производительная сила благодаря науке, так сказать, возрастает. Но как благодаря науке? Ну, благодаря тому, что научные знания переходят в умение работников, то есть увеличивается умение работников раз, и становятся более совершенными средства производства. Вот такие два пути этого дела. Я еще хотел... Значит, капитализм мы разобрали, что это такое, да, более-менее? А вот есть в этой работе такой там раздел есть. Это вот том 2 «Критика немецкого социализма в лице различных пророков». «Истинный социализм» – вот такое вот в кавычках название. Ну вот это тоже очень интересно, потому что здесь означает «истинный социализм»? Вы знаете, что такое истина? А? Ну, что-то близко, да. Ну, вообще, вы пришли сюда, в университет, для познания истины, я правильно понимаю? Ну, в принципе, это вот зачем вы пришли, можно вот этой фразой определить, правда? Я пришла в университет познавать истину. Что это такое? Понимаете, да? То есть, как бы вот этот вопрос должен быть у нас абсолютно ясный. И у Гегеля этот вопрос до Маркса был разобран, и еще и до Гегеля. Что истина есть соответствие понятия объекту. То есть то понятие, которое вы получили здесь, если оно соответствует объекту, это истинное понимание. Если это не соответствует, то это не истинное понимание. Это вот как бы не диалектический взгляд на истину. Вот то, что вы сейчас записали. Не диалектический. А Гегель, поскольку он разработал такую цельную систему, и он дошел до сущности, до понятия. И если у вас есть понятие истины, то вы можете, исходя из того, из истинного понимания, так сказать, дальнейшего развития,
попытаться преобразовать действительность в соответствии с этим истинным понятием. И тогда уже будет истина в практике звучать по-другому, в соответствии объекта понятию. То есть вот разработали люди самолет, проект, да? А потом что делают? А потом они этот проект самолета реализуют. Это будет что? И вот если они реализуют в соответствии с замыслом, в соответствии с тем, как разработан самолет, это будет что? Действительность преобразована из металла, из там, различных приборов, там, рычагов и элементов, появится новый летательный аппарат, который отвечает ему требованию, что он объект соответствует понятию. Понятие разработано как проект. Правда, вы можете сейчас видеть, сейчас люди без смысла и со смыслом говорят проект. У меня, говорит, проект такой. Да какой же он у вас проект, когда уже реализовали? Уже никакого проекта нет. Проект, когда еще он не реализован. Правда? У вас проект дома или дом? А у них все равно проект. А где дом? То есть люди очень часто употребляют это без понимания. Поэтому вот здесь в кавычках у Маркса и Энгельса стоит истинный социализм. Что такое истинный социализм в кавычках? Ну, этот взято под сомнение, что он истинный социализм. Потому что если в кавычках. Некоторые думают, что кавычки их тем самым спасают, что это прямо противоположное. Нет, и кавычки, допустим, если вас скажут дурак и поставят в кавычки, и все равно ничего хорошего про вас не сказали, правда? Скажут, вот я дурак, но в кавычках. Хотя я в порядке защиты хочу вам сказать, например, когда на меня нападают и говорят, вот вы такое не сделали, то неправильно сделали. Почему вы так делаете, Михаил Васильевич? Вот я начну сейчас, да, думаете, я сейчас в драку с ними там объяснять, что они не правы, я прав, я вот там профессор. Я очень просто говорю, я дурак был. И сразу все успокаивается, ну а что еще вы про меня скажете? Вот почему я плохо преподаю? Дурак, потому что. Что вы еще скажете про меня? Все. И я защитился. То есть надо сказать, что вот такой философский подход, вот он позволяет некоторые даже житейские вещи преодолевать. Причем я даже проверял это и при разном возрасте все равно работает. Вот у меня скандал был с внучкой, с маленькой. А, ты плохой дедушка. Ну, что я должен, если я сейчас буду доказывать, что я хороший, что будет? Нет, ты плохой, сейчас будет, ты плохой, и будет крик. Я говорю, я очень плохой. Она так смотрит на меня, говорит, не очень. Это довольно забавно. Это довольно забавно. Так что вот мы же тут в данном случае с вами представители, так сказать, философии, которая изучает культуры. Или философии культуры. Так, что такое культурология? Философия культуры. То есть обобщение того, то всеобщее, которое проявляет себя в культуре. Ну, как бы мы летаем над культурой в сфере философии. А предмет, который... У нас же есть философия, может быть, сейчас... Раньше сдавали... сдали экзамен кандидатский по философии, а сейчас по философии науки. Ну, философия истории нормально звучит. Философия экономики тоже ничего. Философия права более-менее. А философия животноводства, философия полеводства, философия цветоводства, философия рыборазведения. То есть там уже, хотя вот что касается культуры, конечно, можно говорить о философии культуры, какие общие категории, как проявляет себя в области культуры. Развитие проявляет себя. Вы можете взять и показать на примере развития культуры там, какого-то народа соответствующего или даже каких-то произведений в одной какой-то области, там музыкальной, как развивалась культура. Борьба противоположности есть. Даже в любом, в серьезном симфоническом произведении всегда есть борьба противоположности. Вот одна идет мелодия, вот вторая идет, вот они борются и, наконец, побеждает какая-то из них. Если побеждает отрицательная мелодия, становится нам грустно. Если побеждает, вот, так сказать, другая, которая там возвышающая и веселая. Хотя разные бывают победы, бывает вот это, вот скажем, почему он называет победу праздником со слезами на глазах? Ну, победили, да, ну, у нас же 27 миллионов погибло. Поэтому сказать, что у нас только безграничная радость, ну, это было бы как-то неправильно и вообще не соответствовало бы истине, потому что истина состоит в том, что за эту победу полегло 27 миллионов человек. Причем
9 миллионов полегло в бою, а остальные были убиты немцами, потому что немцы имели план, так сказать, сокращения нашего населения, примерно такой же, как у Чубайса, который тоже сказал, что это поколение можно сокращать. Так, вот, так что истинный социализм. А социализм что такое? Да, это учение. Если это учение какие-нибудь, то исторически социализмами назывались учения, которые отрицают капитализм. Совершенно правильно. То есть вот, так сказать, вы отвечаете. Так мне прямо хочется с вами зачет прямо поставить, но еще ведомости нет. А у вас ведомости нет. Это никто не узнает, что у вас зачет. Еще скажут, вы что там делаете, какой самодеятельность у вас? Где экзамен? Сейчас зачет не в то же время, это ужас. В свое время, когда я был студентом, мы все спокойно, досрочно сдавали, и никто нам не только не препятствовал. Идешь в деканат, берешь направление к тому, с кем ты договорился сдавать. И сдавай. Я, например, раз 10 сдавал зачет этому Роберту Анатольевичу Шмидту по алгебре. И на 10-й раз спокойно сдал, досрочно. На следующей неделе уже наши сдали. А он каждый раз, пожалуйста, сдавайте. Я считал, никак не могу насчитать. Не успеваю. Квадратичную форму. И, это практика была. Но другие я сдал, и у меня сразу освободилось расписание. Может, другой экзамен сдавать. Красота. Так что такое социализм как общественный строй? Это что? Уже не как учение, да? А как общественный строй. Как вы думаете? Вот. Так, хорошо. А социализм же начинает уничтожаться классы? Нет. Значит, вы можете на такой вопрос, как я сказал, ну что такие мелочи, как социализм? Я знаю всего 5 формаций. Как помните, девочки играли в мячики-то? Я знаю. 5 мальчиков. Петя раз, Коля 2, Дима 3, Сережа 4, Вова 5. Я знаю 5 общественно-экономических формаций. Первобытный общинный коммунизм раз, рабовладение 2, капитализм 3, капитализм 4 и коммунизм 5. И вообще можете от меня отбиться, сказать, Михаил Васильевич, ну каком социализме нет такой формации? О чем мы говорим? А что тогда такое? А что такое тогда социализм, про который говорили, что в СССР социализм? Вот этот социализм, это пролетарская революция, да? Социализм – это низшая фаза коммунизма. О, да, смотрите, что делает, что делает. Людей. У меня прямо рука тянется вот поставить, да, что тянется просто. Где за ведомость не дают? А? Это низшая фаза. То есть это не какая-то еще формация плюс к тем 5. А это вот, значит, какие 3 ступени проходит вообще коммунистическая формация? 3. Сначала капитализм? Нет. Ну как? Коммунистическая формация. Сначала переходный период от капитализма к коммунизму. Коммунизму. Все. Теперь вторая. Ступень большая, это уже коммунизм. Но низшая фаза коммунизма и высшая фаза коммунизма. Высшая фаза коммунизма – это полный коммунизм, когда уже все стерты различия между городом и деревней, между людьми физическими, людьми умственного труда. Это полный коммунизм. А низшая фаза коммунизма – это какой коммунизм? Незрелый, неполный, неразвитый. То есть вообще вот Маркс без этого слова обходится. Вот если взять его критику Готской программы, то он жил в то время, когда вот именно слово «социализм» употреблялось вот в первом значении, в смысле отрицания капитализма. И оно не связывалось с какой-то фазой. Просто говорил Маркс, есть 3 вот таких ступени. Переходный период, низшая фаза, или, можно сказать, низшая фаза коммунизма. Потом получится какая-то фаза. Вообще-то не фаза, это коммунизм в этой фазе. Коммунизм же развивается. Коммунизм проходит эти 3 стадии развития. То есть коммунизм в нише, коммунизм в становлении. Переходный период, коммунизм уже есть, но он еще следами, родимыми пятнами капитализма. А все, что выходит из чего-нибудь, оно всегда родимые пятна эти несет, следы своего выхождения из этого строя. И, наконец, освободившийся и развившийся на собственной основе, потому что это уже не коммунизм, который вышел из капитализма, а коммунизм, который уже вышел из коммунизма, сам из себя. Вот он, полный коммунизм. А вот этот неполный коммунизм, неразвитый, незрелый. И вот если бы у нас люди лет так 30 назад
знали бы, что такое социализм широко и правильно, как мы с вами вот сейчас хотим выяснить, что социализм – это незрелый коммунизм, не полный, не развитый. Такая чепуха, как развитой социализм, не могла бы существовать. А вот с этой концепцией развитого социализма, который сейчас концов не найдешь, кто автор этой ерунды? Вот вы слышали такое? Развитой социализм, там Горбачев выступал, при Брежневе это было, Суслов с этим ходил. Много было чего. Кто автор этой вот так называемой концепции развитого? Ну, ясно, что не Маркс и не Энгельс, и не Ленин. Но они клялись, так сказать, вот ленинизмом, марксизмом. И это вот, к сожалению, заполнено вот... Ну, это же ученые люди, они просто так вот не брякнут. Какую-то чепуху. Что такое? Как может быть социализм развитой? Социализм по смыслу своему неразвитой. Вот может быть молодой человек, вот девушка, может пожилой. Ну, я вот в отличие от вас могу подходить под категорию пожилого человека, да? Ну, как может быть вот вы, скажем, про вас, знаете, что вот вы пожилая? Ну, что это чепуха какая-то? Ну, это же говорили, развитой социализм. Социализм – это молодой, незрелый, неполный. Молодой коммунизм. Как может быть молодой коммунизм старым? Ну, что за ерунда? То есть, если он разовьется, получится полный коммунизм. А если он еще не развился, ну, значит, пока не полный. И это же было всеобщее заблуждение, которое поставило людей в такое положение, что вот какие-то проблемы, какие были в обществе, они вообще не решались. Вот вы приходите с какой-то проблемой, а я сижу в этом партийном аппарате или в государственном и говорю, ну что вы говорите? Какие могут быть проблемы в развитом социализме? Как вам не стыдно? Ну что, идите домой. А потом вот вы приходите. Опять с вами проблема. Что у вас проблемы? Волнуют какие? Да не может быть таких проблем. Поэтому народ шутил, что это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но и за деньги уже купить ничего нельзя. Или мы вступили в этап разве то социализма, все это по-отдельному пишется. Или, значит, при развитом социализме появилась новая форма услуг. Заказываешь по телефону, а получаешь по телевизору. То есть реально-то не получаешь, вот вам картинку только покажут. То есть рассыпалась уже, экономика рассыпалась. И с тем, кто остановились в это время, из всех фанфар на высшем уровне, партийном, идеологическом, разговоры развелись об неком развитом социализме. И подводилась этого под база под то, что и государство тогда общенародное, потому что это невиданно, неслыханно общенародное государство. Энгельс называл это жареным льдом. Вы не пробовали жарить лед? Можешь жарить без подсолнечного масла. Не пригорит. Берете лед и жарите, прямо кидайте на сковороду. И так она будет в конце концов сухой. Ну, это либо государство, тогда это орудие насилия в интересах господствующего класса, либо когда оно народное, оно уже не государство, оно становится органом общественного самоуправления. То есть соединять слово «народ» со словом «государство» нельзя, потому что государство всегда это орудие, стоящее над народом. Оно сто раз, может быть, в ваших интересах и защищает, и даже оно и классу-то своему не во всем подчиняется, правильно? Потому что вы послали, так сказать, поставили людей, чтобы они защищали ваши интересы, они начинают брать в карман, делать взятки, растаскивать по частям имущества этого класса, поэтому от этого страдает, скажем, от своего государства страдает и буржуазия. Почему? Да потому что коррупция происходит в этом самом государственном аппарате. Например, славная фирма Daimler-Benz, которая производит Мерседесы. Знакомы вам такие машины? Она дала взятки руководящим структурам 20 государств. Ну, таким структурам, которые могут делать государственные заказы на Мерседес. В том числе в России 5 миллионов евро откатов получили те, кто заказали Мерседесы для разных всяких наших структур. Но это не нижние структуры, вы понимаете, чтобы служебная машина была Мерседес. Ну вот я еще с одним своим товарищем, с товарищем Гавшиным, обратился в Следственный комитет, и они возбудили уголовное дело. Потому что для того, чтобы вот по взятке возбудили дело, тут непростая ситуация. Если мы с вами вступили в отношения взяткодателя и взяткополучателя, вот вы мне дали взятку, а я взял. Если вы напишете заявление, вы освобождаетесь от уголовной ответственности, только я буду нести. Если я напишу заявление, она мне дала взятку,
она взяточница, а я разоблачитель, то я освобождаюсь от ответственности. А если не она, не я не написал, вроде как никто и не подал. А нет заявления, милиция рассматривает без заявления полиции? Нет. Поэтому, но на самом деле могут третьи лица, вот скажем, мы двое взяли, написали в Следственный комитет, и заявление возбуждено, было уголовное дело. Но доложить вам, что это, по результатам этого уголовного дела кого-то наказали, я, к сожалению, не могу. Нас никто не проинформировал, нас проинформировал товарищ Бастрыкин, что по вашему заявлению, уважаемые товарищи, заведено уголовное дело. А поскольку мы понимали, что дело серьезное, мы обратились еще и в адрес президента, и в адрес премьер-министра. Оттуда все спустилось в МВД, МВД в центральный район, и нам прислали письмо такое угрожающее, мне. Что, а с чего это вы взяли? Это почему вы такие важные, так сказать, солидные структуры обвиняете? Вы взяли, сказать, а к этому времени я уже имел письмо Бастрыкина. Я говорю, так вот с того, что я вот письмо имею от председателя Следственного комитета, и так их успокоил. Ой, говорит, тогда изменили тон, говорит, а можете прислать копию? А им же, нам же нужно отчитаться, что мы рассмотрели ваше заявление, и ушло назад. Но следов я дальше не знаю. Факт был, что были взятки. Но не всегда бывает ответственность за факты нарушения законов. Так, а что такое коммунизм? Это мы пропали. Что это такое? Значит, социализм – это не развитый коммунизм. А что такое коммунизм? Хорошо, это не развитый коммунизм. Это же не отражается на сути. А чем отличается от коммунизма социализм? Что? Социализм. Чем отличается? Ну, чем вы отличаетесь от человека? Можно сказать, что вы отличаетесь от человека. Вот вы, девушка, отличаетесь от человека? Можно так сказать? Нельзя так сказать. Вы ничем не отличаетесь от человека. Вы просто молодой человек. Хорошо, да. Что такое молодой коммунизм? Чем отличается от развитого коммунизма? Тем, что он молодой. Больше ничем. Раз молодой, значит, вы чего-то не знаете. Вот если я не буду знать таких вещей, которых вы не знаете, то сказать, как вам не стыдно, Михаил Васильевич, не знаете того, не знаете, это, так сказать, некий позор. Ну, так чего не знаете? А вот если вы чего-то не знаете, это совсем не позор, и это у вас... Даже не ошибка. Вы же находитесь в процессе обучения и в процессе развития. И вы еще пока не вполне развились. Поэтому, скажем, ожидать от вас, что вы должны все вот так же знать, да, скажем, как знает человек с соответствующим образованием, просто нельзя. А вы закончили образование свое? Нет. Ну, такое с незаконченным еще образованием. И вы мне можете сказать, чтобы от меня отбиться, сказать, что вы с нас требуете? И мы вообще не закончим. Вот когда мы закончим, мы будем все вам отвечать. А сейчас мы еще в процессе. Так что вот нельзя так сказать, что человек молодой отличается от человека. Молодой человек – это тот же человек, но более молодой. Ну, у него же есть отличие как раз от взрослого, от того, что там меньше знаний. Но все равно какие-то отличия есть. Ну, идет же процесс. Не только меньше знает. Вот молодой – это еще, там Маркс говорит о родимых пятнах. То есть если вы от кого произошли? От родителей. Пока вы в молодом возрасте, вы во многом отражение своих родителей, не самостоятельны. И то, что вы не самостоятельны сейчас, эта несамостоятельность растянулась на очень сильный период. Потому что, вот скажем, вот когда я был школьником, меня первый раз вот допустили, первый раз привели в школу, и это был последний поход. Родители со мной утром уже на следующий день говорили, мы на работу, ты иди на свою работу, и все, до свидания. Мы сейчас попали в такую ситуацию в нынешнем современном обществе, что вот так отпустить ребенка, то вы отпустите, а черти что сейчас происходит, воруют детей. Так, и воруют, и, так сказать, существует, так сказать, преступность, так сказать, охотники именно за детьми и так далее. Это раз. Во-вторых, я закончил школу и поступил, куда хотел, туда и поступал. Никто меня не интересовались родители. Ну, поступил, не поступил, поступил, твое дело. Все бесплатное. Ну, не поступил, я сразу пошел и не поступил на физфак. Получил двойку, через месяц поступил на матмех. Ну, родители узнают, что поступил на матмех, ну, хорошо, и занимайся. Никого это не волновало. А как вы можете оплатить обучение? Это хорошо, кто попал на бюджет, а кто не попал? Мы все попали. Ну, вам повезло. Мы с вами одну компанию составляем. Вот я учился бесплатно 19 лет. 11 лет в школе, 5 лет в УЗИ, но я уже и в 3 года в аспирантуре. А вы в аспирантуру попадете бесплатную? Еще труд хуже. В магистратуру уже хуже попасть бесплатную. Вот так что такая вещь. Так, вернемся к тому, что такое коммунизм. Что это такое вообще? А то мы о нем говорим, а что это такое? Общественная клиническая формация. Вообще. То есть рабовладение. Это же тоже общественная клиническая. То есть надо какое-то что-то о нем сказать так,
чтобы было понятно, какая. Не всякая общественно-экономическая формация коммунизм, хотя то, что вы сказали, правильно, но не истинно. Почему не истинно? Потому что вы еще не дали соответствие с объектом. Ну, бесклассовое. Бесклассовое, так, общество. Эксплуатация. То есть, когда этого нет, того нет, этого нет, когда вот все перечислите, чего нет. То есть, вы вообще коммунизм хотите определить через всякие «не». А вы не можете как-то позитивно его определить? То есть, если я хочу рассказать про вас, какой вы хороший человек. Я говорю, она не пьет, не убивает, не курит, не лжет, там не хамит. И понимаете, я с вас свяжусь с помощью этих «не», со всех этих дрянью. И это ничего хорошего не будет. Зачем это все так вот через отрицание? Поэтому, а не можете вы как-то, вот я про вас скажу, что вы совершаете хорошие поступки. И много делаете добрых дел. Это лучше же будет, чем я буду говорить, не, она не зарезала никого. Но это будет тоже правильно, что вы еще никого не зарезали, я не ошибаюсь. Вот, видите, как мы выяснили. Ну и что хорошего про вас я сказал. Лучше я про вас скажу, что вы вот хорошо учитесь, занимаетесь, внимательно относитесь, так сказать, там, к окружающим, хороший товарищ там, и так далее. Кто такой коммунизм? А что такое коммунизм? Ну, так что тут надо как-то додуматься? Коммунизм общий. Что общий тут? Ну, коммунизм – это общедоминическая формация с общей собственностью на средства производства. И этого достаточно. Коммунизм – это общество, которое базируется на общественной собственности, на средства производства. И все. Это очень просто. И из этого то, что вы хотели мне сказать, рассказывать начали, нет эксплуатации. Ну а какая может быть эксплуатация, если общее собственное средство производства? Кто кого будет эксплуатировать, когда общий? Тут даже никак не может появиться буржуазия. То есть коммунизм – это общество, основанное на общественной собственности, на средства производства. И все. Все остальное, вот обратите внимание, я вот в течение всего нашего занятия все время старался вас привести к простейшим категориям, из которых можно было бы сделать длинный ответ. Потому что вот вы приходите отвечать, неважно, или вы будете лекцию читать, или будете кому-то что-то рассказывать. Но это немыслимо. Вы видели, чтобы я читал что-нибудь, когда вам рассказываю? А почему? Потому что у меня есть, так сказать, ну, понятно, что человек, ну, если вы думаете, что у меня хорошая память, то это неверно. У меня памяти никогда не было механической. Я вообще даже зрительный был, а я могу вот там, я математику сдавал очень просто. Я два раза прочитаю, и я там вижу еще несколько дней, что там. Теорема как доказывается. А потом пройдет 3 дня после экзамена, и так из головы. А вот логическая память, если вот о чем я говорю, если вы знаете, что такое коммунизм по определению, то всякие другие его черты, которые вы начали мне рассказывать перед этим, вы их можете спокойно вывести. Как мы из капитализма тоже, из определения капитализма, что это товарное хозяйство. Например, могу я сказать, что это не товарное хозяйство, коммунизм? Элементарно. Если это общая собственность на средства производства, значит, все у нас, все продукты общие. Как же можно их обменивать? Вы можете, правая рука может обменивать с левой рукой у вас? Но это дикость какая-то. Как можно обменивать то, что является общим? Или вы можете быть обмен в семье? Какой может быть обмен в семье? Эксплуатация может быть в семье? Это 100 раз у вас родители работают на вас, потом они пойдут жаловаться, что, дескать, вот, нас дети эксплуатируют, а вам объяснят, нет, это... Извините, эксплуатация – это другое определение. Как определяется эксплуатация? Ну, как отмазаться от таких обвинений? Присвоение чужого не оплачено. Чужого. А если это не оплачено труда своих родителей, присвоение, да на здоровье? Или там за инвалидами ухаживать, или за детьми ухаживать? Да? Ну, почему? Кто больше любит, дети родителей или родители детей? Как вы думаете? Родители. Конечно, родители. Они все делают, они их родили, они их воспитывали. А еще они, то, что происходило до 3 лет, когда больше всего мучаются родители, вообще не запоминают дети. В принципе, не запоминают. То есть они, ну, где-то вот иногда бывают какие-то чрезвычайные события, когда вот в возрасте до 3 лет что-то человек запомнил. А самые большие труды до 3 лет, то в 3 года он уже разговаривает, ходит. А вся муха-то с ним была, маленький пока был. А это какой труд? Чужой, родной. Родной неоплачиваемый труд. Да родной неоплачиваемый труд – это не эксплуатация. Вот.
Поэтому вот тот, кто больше труда внес, тот и больше и любит. Но, как говорят, вам это, ваши дети отомстят, а детям ваши внуки отомстят и так далее. Поэтому, так сказать, все в связи этого движения развития, которое происходит в человеческом обществе, все это уравнивается. Поэтому здесь эта категория эксплуатации неприменима к отношениям между родственниками. Вот. Ну вот, вроде бы, есть еще вопросы какие-то? Значит, тогда на этом мы сегодняшние наши занятия заканчиваем. Значит, вы готовитесь. Значит, что вы можете взять для своего написания, так сказать, своего маленького эссе? Значит, еще раз, короткая, ну, ориентировочная страница. А, простите, эссе надо принести или мы пишем его? Как хотите. Принести, в принципе, из дома? Как хотите, абсолютно, это ваше дело. Ну, вот представьте себе, вот вы бы защищали докторскую, вы прямо тут докторскую тут будете писать, нет. Я вот стараюсь к студентам применять критерии такие. Ну почему? Вот если я защищаю кандидатскую, я же принес ее и тут же и защищаю. Почему это обязательно нужно вот здесь ловить вас? Что я хочу вас память вашу узнать. Я хочу узнать, разбираетесь вы в этих вопросах или нет. Вот я уже, так сказать, вот послушал вас и хочу вам сказать, что вы имеете все основания получить зачет, когда появится, я вам ее поставлю, так? Точка Кукушкина, она занималась систематически. Все время тоже тут это видно. Но я хочу сказать, что задача экзаменатора не состоит в том, чтобы ловить вот человека, вот, проверять, как он там запомнил, бегло он говорит. А потому что есть люди, у которых сразу мысли выскакивают, а кто-то человек должен подумать. Скажем, я считаю допустимым, что вы пришли, вообще ничего не написав, и сидите и пишете. Вот может вам при мне лучше пишется. Есть такие очень много, кстати. Почему-то они не приносят, хотя я не запрещаю. Он приходит, говорит, может, я подготовлюсь? А что вы делали целые две недели там или три? Вот у нас впереди будет неделя, еще два часа, которые сейчас вот остаются у нас. Можете сейчас вот, не уходя, написать еще в течение двух часов, что вы хотите мне принести. Или есть другой способ. Взяли, написали сегодня и дали полежать три дня. А через три дня посмотрели, они думают, что такое написала? Это очень полезно, потому что когда вот работа та же. То есть, и даже я могу вам это философски объяснить, в чем разница. Когда вы напишете, это будет бытие. Бытие. И вот вы посмотрите и доработаете. Это вычеркните, это добавите немножко, подредактируете, и оно улучшится. Это будет что? Это отрицание бытия. Как определяется сущность в науке логики Гегеля? Это снятое бытие. То есть, если кто-то хочет получить хороший материал, результат, он не должен сразу думать, что он сразу его схватит. Он должен сначала сделать бытие какое-то, а потом его переработать. Ну, вот даже хоть чуть-чуть переработать. Скажем, Лев Толстой, как мы знаем, переписывал свои произведения по 6 раз. Это плохой писатель был. Видно, неспособный. Мы способны, мы сразу написали, и все. А он неспособный. Он долго-долго переделывал. То есть вот этот вот двухэтапность это и освобождает вас от... Вот бывает, человек пишет, вот у вас будут курсовые, там, дипломные. Человек пишет, и у него какой-то вот ступор. Он никак не может сейчас, что-то вот застряло, психологически тяжело, не идет ничего. Поэтому на что идет? Надо писать, когда пишешь, пишите любую дрянь. По принципу. Вот говорят, я никогда не халтурю. А я говорю, а я всегда халтурю. Почему? Ну, я пишу, что пишется. Потому что когда вы пишете, ну, пусть напишется. Потом вы вычеркните хоть 10 страниц. Что, вы сами не в состоянии определить, что это, что со мной было, что такое там написало, у тебя умопомрачение, ну, выкинули, а то это остальное останется. А если вы будете себя сковывать в смысле написания, то что будет? Вы не напишите ничего. И вот человек сидит со своим первым параграфом, ну, напишите 10-й параграф, у вас план есть, там, 3-й параграф напишите. То есть людей вообще настраивают на то, что надо браться за самое трудное. Не надо браться за, надо браться за самое легкое. Легкое сделали? Второе легкое сделали, третье легкое сделали. Осталось только вот кусочек, а уже тут все написано остальное. Ура, и вы победили. Поэтому вот таким путем лучше всего пойти, можете даже попробовать. Напишите сегодня шаляй-валяй, а через три дня посмотрите на это дело и доделайте. И окончательно напишите, и все, и приносите. И вы увидите, что это без особенных трудов будет для вас, даже, так сказать, беззаботно получится хороший результат.
Короче говоря, если у вас есть кран, а в нем ржавая вода, что нужно сделать? Протечь, дать. Вот так же и вы. Пишите. А потом, Чехов так говорил, товарищи представители культурологи, вы написали рассказ. Выкиньте начало и конец. Можете печатать. Но он же мастер. Потому что вначале человек мучается, как ему начать. А потом он разогнался, ему никак не закончил, уже все ясно, уже хватит. Нет, он все пишет. Поэтому вот это советы, так сказать, людей из области культуры. Есть ко мне еще вопросы? А объем, можете напомнить, одну страницу, да? Да. Ну, можете немножко меньше, можете немножко больше. Ну, так надо ориентироваться. Да, да. Ну, и вы, так сказать, можете показать себя в течение одной страницы. Я могу посмотреть на нее. Да, я тоже человек достаточно квалифицированный, чтобы определить, так сказать, получается это или нет. Проходите. Вам расскажут. Значит, докладываю вам, что все товарищи, которые имели какие-то вопросы по курсу, все их задали, и я на них на все ответил. А вы одобряете нашу деятельность? Конечно. А мы одобряем, что у вас хороший румянец на лице. Я, например, так сказать, не считаю, что иногда вот можно и не просидеть, но вы, наверное, с хорошим настроением напишите текст и принесете его, и я его рассмотрю, и если он хороший, поставлю вам зачет. Я сейчас принесу. А? Я сейчас принесу. Вы это сейчас принесли, сдавать его будете, да? Да. Ну, сдадите сейчас, хорошо. Мы договорились, что вы будете сдавать экзамен, зачет. И девушка еще должна прийти. Хорошо, так мы и сделаем. Они подходили в прошлый раз и спрашивали. Ну, естественно, вам придется какую-то бумагу написать, где я подпишу, что вы получили. Которая будет только для нас с вами, и которую вы принесете на экзамен. И на этом основании покажете мне. И я на этом основании внесу ведомость. У нас государственный университет. Я и зачетку. Это у нас, видите, это у нас товарищеские отношения. А что вам сделают? Судебные приставы к вам напишут письмо. А что вы мне делаете? А зачем вам сейчас ставить зачетку? Что зачет? Ничего не означает. Надо понимать, что самое главное, даже зачетки пусть ничего не будет, пусть в ведомость попадет. Не надо вот это забыть. А то есть, если останется у некоторых, вот останется зачетки, иногда бывает, я пропустил, и все. Вот я всех даже прошу. Проследите, чтобы я поставил ведомость вам зачет. Потому что если я не поставлю ведомость, у вас будет не зачет. И что там у вас в зачетке будет написано? Никого это не волнует. Государственный документ главный – это ведомость. И ведомость я должен сдать в этот день, там указать, кто приходил, сколько человек и так далее и тому подобное. Вот. Поставим их в зачетку, не беспокойтесь. И у меня и к тому времени почерк у меня останется. Так, есть еще вопросы? Нет? Все, уже у нас перерыв. Все, спасибо, до свидания.